Привет, криптоманы, с вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты Memmon Airdrop. Проект Memmon – это продажа токенов кофейной индустрии. Memmon будет служебным токеном для оплаты торговли импортом и экспортом кофе из Америки. И это уже проходит второй раунд по раздаче токенов. За участие в Airdrop мы получаем 10 токенов Memmon и 3 токена за каждого приглашенного. Распределение токенов на кошельки запланировано 16 июня 2021 года. Токен Memmon у нас в сети Binance Smart Chain, и для его получения вы можете использовать Trust Wallet или кошелек MetaMask с настроенной сетью Binance Smart Chain. Если вы используете Trust Wallet, то находите в кошельке Smart Chain в скобочках BNB и этот адрес отправляете в бот. Общее количество токенов составляет 6 миллионов. И 16% от общей суммы выделено на ставки и вознаграждения. Итак, мы переходим по ссылке, нажимаем старт, отправляем капчу, нажимаем продолжить. Нам открывается список задач, которые мы должны будем выполнить. Нужно будет присоединиться к телеграм-каналу, телеграм-группе, подписаться на страницу твиттера, сделать ретвит закрепленного поста, подписаться на страницу фейсбука и пройти регистрацию на сайте Memmon. Нажимаем кнопку Submit Details, переходим по ссылкам и присоединяемся к телеграм-группе и телеграм-каналу, после чего в боте нажимаем кнопку Done. Далее переходим по ссылке на страницу твиттера, нажимаем читать и делаем ретвит вот этого закрепленного поста. Лайк и нажимаем ретвитнуть. В бот мы отправляем ссылку на свой профиль. Для этого переходите в свой профиль и в браузерной строке копируйте ссылку. Далее переходим по ссылке на страницу Фейсбука. Здесь нажимаем «Нравится» и в бот отправляем ссылку на свой профиль. Для этого нажимайте на свой аватар и в браузерной строке копируйте ссылку. Следующая задача у нас – пройти регистрацию на сайте Memmon. Переходите по ссылке, нажимаете «Сингап» и здесь заполняете поля. Ваше имя, юзернейм, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ваш адрес кошелька Binance Smart Chain, пароль, повторяйте пароль и нажимайте «Сингап». У вас появится следующее окно, и с левой стороны вам нужно будет нажать на кнопку «Отправить код». Вы на почту получаете вот такое письмо с кодом, копируете этот код, и здесь с правой стороны у вас будет окошко, вы вставляете туда код и авторизируете. Вот так будет выглядеть ваш кабинет. Можете перейти в профиль, здесь выставить свою аватарку и заполнить данные, после чего нажимаете «Обновить». И в бот мы отправляем адрес электронной почты, с помощью которого проходили регистрацию. После этого отправляем свой адрес кошелька Binance Smart Chain. Нажавши на кнопку «Баланс», мы получаем свою реферальную ссылку, приглашаем и дополнительно зарабатываем 3 токена за каждого приглашенного. И также мы видим свой баланс с 10 токенов Memmon. И на этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока.